Сборная России провела третий матч к отборочному этапу в Катаре. Соперником команды Станислава Черчесова на этот раз была сборная Словакии. Вот состав нашей сборной на эту встречу. Состав точно такой же, какой был на матч против Словении. В воротах играет Антон Шунин, а в нападении лидер сборной Артём Дзюба. Команды довольно-таки равно начали встречу. У каждой команды был ряд неплохих моментов. На 38-й минуте словаки подавали угловой, и Шкряньяр сумел отправить мяч в сетку ворот Антона Шунина. Мяч 1-0, Словакия выходит вперед. После этого сборная России прибавила и имела ряд неплохих моментов, чтобы забить гол. И уже во втором тайме на 71-й минуте Марио Фернандес закончил комбинацию нашей сборной и сделал счет равным 1. Спустя всего лишь 3 минуты бывший нападающий «Зенита» Роберт Мак вновь отправляет мяч в ворота Антона Шунина. Он блестяще прошел нескольких футболистов нашей сборной и забил гол второй для словаков. Словакия вышла вперед 2-1. У нашей сборной не хватило времени, чтобы отыграться. Матч и закончился с таким счетом. По статистике россияне больше владели мячом, 59% на 41%. Ударов у России 9, у Словакии 7. В створ каждая команда пробила 4 раза. Как итог, Словакия 2, Россия 1. У России Марио Фернандес отличился, у словаков Шкриньяр и Роберт Мак. Таблица вашему вниманию. Первое место — Хорватия 6 очков, далее Россия 6, Словакия 5, Кипр 4, Словения 3, Мальта 1. Я с вами прощаюсь, всем пока, еще услышимся.